Всем привет! В эфире программа «El Shaddai». И сегодня я хочу поговорить на тему «Я есмь», «Я сущий». Знаете, у Бога много имен. Элохим, Адонай, Иисус Христос, Иисус, Дух Святой, «El Shaddai». Но есть у Него одно имя, самое главное. Это самое верховное имя, самое высшее имя. И оно звучит так «Я есмь». Или «Я есть», «Я существующий», «Я сущий». Это самое главное имя Бога, записанное в Библии. Знаете, когда Иисус был в Гефсиманском саду, и Он знал, что вот-вот, прямо сейчас, придут негодяи для того, чтобы Его убить, Он молился. И Он был в шоке от этой ситуации, понимая, что Его сейчас будут терзать, плевать, резать на кусочки. Кровь будет капать с Его лица, рук, ног, там, в общем, будут с Него делать кровавое месиво. И когда уже подошел Иуда и поцеловал Иисуса, этим он выдал Его, сказал, что это Иисус. И люди, которые, стражи, которые были возле Иуды, поняли этим поцелуем, что перед ними Иисус. Иисус сказал им: «Кого вы ищете?» Они говорят: «Иисуса из Назарета». Иисус сказал нечто невероятное. Он сказал: «Я есмь». И когда Иисус сказал «Я есмь», это написано в Библии, почитайте. Эти люди упали. Все, которые были там, их было очень много, они упали и потеряли сознание полностью. Они просто упали замертво. Ну, не замертво, а просто упали. Потом они встали, начали потихонечку вставать. Иисус опять говорит: «Кого вы ищете?» Они говорят: «Иисуса из Назарета». Он говорит: «Я есмь!» И они опять падают и теряют сознание. И так три раза. «Кого вы ищете?» «Я есмь!» И не падают, теряют сознание. И вопрос: почему? Это имя самое верховное. Иисус есть Бог, и Он назвал Себя Его настоящим именем. «Я есмь». И они падали. И когда ты слышишь это имя, невозможно быть, просто быть. Это имя самое-самое, понимаете? Ну и потом мы знаем историю. После трех раз, когда они падали и вставали, они попытались схватить Иисуса. Один из учеников отрезал ухо одному из первосвященников. Иисус исцелил, они потом Его схватили, и дальше было то, что было. Но суть этой истории в том, что три раза Иисус говорил «Я есмь», Он называл свое имя. Впервые и Господь свое имя «Я есмь», или «Я есть», или «Я сущий», это правильный перевод этого имени, впервые Он дал это имя Моисею на горе. И там Он дал свою славу и свою силу. И много-много-много дней общался с Моисеем. Тет-а-тет, лицом к лицу. Вот. «Я есмь», «Я сущий». То есть Бог, это имя означает, что «Я сущий», то есть Бог, который не зависит ни от кого или ни от чего. Истинно существующий, вечный, никогда не созданный. Бога никто не создавал. Именно это имя тоже обозначает само значение и суть самого Бога. Он вечен и бесконечен. Он существует от самого себя, а все мы от Него. Бог создал тебя, меня, ангела, всех. Но Бога никто не создавал, поэтому Он существует сам от себя. То есть Он всегда был, Он всегда есть и всегда будет. Все остальные от Него созданы. Вот, и поэтому это имя «Я есмь» или «Я есть». Знаете, «Я есмь» — это по-старославянски. Или еще, ну, имя того времени. А «Я есть» — это более звучит более современно. Вот, поэтому это главное имя Бога.